Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал «Синхронным вещанием» в FM-диапазоне. Телерадиоканал «Страна FM». Программа «Лучшая в стране» традиционная в это время. Я Александра Хайрулина. Я очень рада, что этот час мы с вами посвятим тоже очень важной части нашей жизни. Конечно, то, без чего невозможно представить наше такое счастливое существование. Мы поговорим о квартирах потрясающих, то есть о нашем быте, уюте, который, возможно, у кого-то из вас уже есть, а который как раз, может быть, подумает о том, как его приобрести. И вот здесь, чтобы не ошибиться, конечно, у нас в студии есть специально приглашенные гости. Я очень рада, что это представители одной из лучших строительных компаний в стране, ФСК «Лидер», Олег Сакадин, руководитель проекта «Апквартал Новая Тушина», и Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Здравствуйте, дорогие наши гости. Здравствуйте. Разумеется, уже все догадались, что речь пойдет конкретно об «Апквартале Новая Тушина». Потому что, насколько я слышала уже из проверенных источников, что это один из лучших вообще жилых комплексов. Но первый мой вопрос, он будет таким. Расскажите нам, пожалуйста, что такое вообще «Апквартал» и ФСК «Лидер»? В чем их особенность? Да, спасибо, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. «Апквартал» — это линейка жилых комплексов, которые наша компания замечательная строит уже не первый год. Это технология бизнес-класса, точнее, выше, чем комфорт, но по ценам, которые мы стараемся держать в нашем сегменте комфорт-класс. То есть выше практически бизнес-класс. Это всегда огороженная территория, это въезд, соответственно, по карточкам. Вот, это повышенная инфраструктура, повышенные комплексы внутри самого проекта, такие как дополнительные сервисы, как АП-365, уникальный сервис, да, который у нас во многих АП-кварталах уже есть, либо будет открываться в ближайшее время. А что вот, это поподробнее, что это такое? АП-365 — это уникальный сервис специально для наших клиентов. Это сервис услуг внутри наших жилых комплексов. То есть вы можете позвонить и заказать очень большой калибр вариантов услуг. От там прогулять собачку, выгулять, да, до там отвезти ребенка в школу, нанять репетитора, помыть машину, отогнать сервис. То есть абсолютно, абсолютно любые варианты есть. Причем у нас даже на сайте и на форуме, если что-то нет у нас в АП-квартале, в АП-365, людям могут сами инициировать какие-то новые услуги, да, вносить предложения, если это возможно. В ближайшее время мы обязательно это будем внедрять в жизнь и радовать наших клиентов. Вот, это обязательно у нас монолитное строительство с вентилируемыми фасадами, с красивой облицовкой, керамогранитом. Монолитное строительство, прежде всего, это повышенный срок эксплуатации, это более 200 лет наши дома прослужат. Я понимаю, что тема долголетия, она актуальна в последний момент, но практически можем гарантировать, что вам хватит, в общем-то. Получается, вот, не только нам и детям, не только нам, безусловно, и, в общем, внуки, да, тоже. До трех поколений, как минимум, да. Да, потом я думаю, что обязательно ФСК «Лидер» придумает что-то для укрепления этих самых построек уже. Обязательно, 100%. Да, для вот дополнительных плюсов как раз для любителей качественного жилья мы сейчас, да, поговорили, или что-то еще есть какие-то? Ну, вы знаете, мы, конечно, хотелось бы это так общее такое вступление по поводу вообще АП-квартала, но мы, прежде всего, хотели рассказать о нашем самом любимом с Пашей микрорайоне, в квартале Новая Тушина. Вот, еще, знаете, я что забыл добавить по поводу линейки АП-кварталов. Это, безусловно, поскольку время очень ценный ресурс в нашей жизни, это очень удобное расположение. Все наши АП-кварталы, они расположены до 4 километров в пределах кольцевой автодороги. Ой, это очень и важно, да. Примерно в среднем до 15 минут общественным транспортом до метро. Вот, это помимо того, что мы стараемся строить там, где еще и транспортная доступность на автомобиле. Она хорошая, доступная, и есть варианты, несколько вариантов там подъезда. Ну, отлично. Я думаю, что мы обязательно еще продолжим разговор и уже более подробно узнаем, в том числе и про инфраструктуру, и про другие различные удобства в квартале Новая Тушина. Друзья, я должна вам сообщить, что застройщик «Союз Агро», проектная декларация на союзагро.рф, акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Ну и, конечно, очень важно, вот здесь внимание, что получить информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках и порядке получения можно по телефону
Звонил 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Звонить лучше, конечно, сейчас. Не откладывайте это в долгий ящик. И еще у нас для вас есть, ну, супер такая информация. Я думаю, что вот, Олег, вы должны рассказать о ней. Да, дорогие друзья, обязательно, если вы при этом звоночке скажете наше кодовое слово «Страна FM», мы гарантируем, что вы получите дополнительную скидку прямо сейчас на выбранную вами квартиру. Вот кто еще и когда такие условия может предложить? Друзья, действуйте, не теряйте времени даром. Мы прервемся совсем ненадолго и продолжим общаться с нашими гостями. Лучшее в стране. Программа продолжается. Напомню, что сегодня у нас в гостях представитель одной из лучших строительных компаний в стране ФСК «Лидер». Говорим мы про жилой комплекс «Апквартал Новая Тушина». У меня Олег Сакадин напротив, руководитель проекта как раз «Апквартал Новая Тушина», и Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Друзья дорогие, мы уже с вами поняли, что «Апквартал Новая Тушина» один из самых уютных, комфортных у строительной компании ФСК «Лидер». И очень особенность его в том, что он очень подходит для семейной жизни. Вот как раз здесь хочу у вас узнать подробности. Отличие от остальных апкварталов. Ну да, действительно, как было сказано, это наш любимый апквартал, да. Ну, во-первых, мы действительно к нему очень привязаны. Нам он очень нравится. Мы всегда с удовольствием его предлагаем всем. Хочется сказать, что чем же он все-таки, да, отличается от других? Ну, это апквартал, который уже практически заселен. Кстати, это очень важно. Это очень здорово, да, особенно для семейных людей, которые приезжают с семьей. Они не хотят видеть строительство, они хотят заехать, комфортно проживать, чтобы было все здорово, чтобы все функционировало, чтобы вокруг была зелень, деревья, газоны, ну, чтобы это было красиво. И на нашем объекте, да, это на Новом Тушино, 6 корпусов, из них 5 уже заселены, там уже счастливо проживают люди, да, там функционирует вся инфраструктура, там сделано очень много для самых юных жителей наших микрорайонов, да. Это и функционирующие уже детские сады, их 2, они работают полным ходом. Какие молодцы. Это школа, которую мы сейчас сдаем. Это одна из самых вообще больших школ в Красногорском районе и самых больших школ в Московской области. Это школа на 1600 детей. Это школа со своим бассейном. Это школа, где будет присутствовать студия звукозаписи. Это уклон иностранных языков. Значит, там будут наши будущие это будущие артисты, ведущие радио, да. Да, так что все, кто мечтает в дальнейшем пойти... На самом деле, вы знаете, я когда читал вообще полностью функционал и по саду, и по школам, мне захотелось заново там... Родиться? Отмотать немножечко, да, и вот просто отходить туда. Слушайте, ну я знаю, что даже сотрудники ФСК «Лидер», многие именно в этом жилом комплексе «Новая Тушина», апквартал, себе подыскали жилье и уже там... Знаете, действительно, уже некоторые живут, некоторые из тех, которые не так давно работают. У нас девочка пришла, она около года работает, и буквально последние 2-3 месяца мы смогли согласовать с руководством особые условия для сотрудника. Она очень хотела там жить. То есть, вы не представляете, она выбрала квартиру, которая смотрит там в определенное направление. Она там просто, знаете, могла там фотографии прислать нашу общую группу, говорит, я хочу там жить, я мечтаю там жить. То есть, ну, это действительно приятно. Мне приятно то, что у меня люди работают, которые действительно хотят там жить. Это очень важно, потому что они должны передавать о том, что мы продаем не просто рядовой коммерческий проект ради того, чтобы там выполнить какие-то социальные нужды, какие-то коммерческие нужды. Да, действительно, то, что мы продаем образ жизни, мы продаем своеобразную мечту, в которую сами верим и где сами хотим, в общем-то, проживать. Ну, а что касается вот семейного досуга, как с этим обстоят дела в апквартале «Новая Тушина»? Ну, во-первых, у нас подготовлен каждый дом, да, в нашем апквартале. Это отдельная территория, это полностью огороженная территория. На территории находятся детские площадки, физкультурные площадки, мини-футбольные поля, да, в каждом дворе. Это очень удобно, то есть люди, когда можно спокойно выйти, там, отпустить ребенка, все это за огороженной территорией, очень безопасно. Машины гонять не будут туда-сюда. Очень безопасно, да, и для многих это очень важно, да, потому что сейчас, скажем так, у многих там в Москве, да, уже нет такого, чтобы можно было не переживать за детей, отпускать их спокойно здесь, ну, да, вы можете это делать такое. Легко.
Ну, это здорово, это тоже хорошая новость. Друзья, мы сейчас прервемся ненадолго. Я понимаю, если вдруг кому-то не хватает информации, которую они слышат в эфире телерадиоканала «Страна FM», а уже заинтересовались жилым комплексом «Аб-квартал Новая Тушина» от ФСК «Лидер», вам, конечно, нужно тогда обязательно сейчас звонить. Напомню, что застройщик «Союзагро», проектная декларация на союзагро.рф. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Ну, а информацию как раз об организации акции, правилах проведения, скидках, порядке, в общем, все подробности вы можете узнать по телефону 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Ну, еще у вас, у наших зрителей и слушателей, есть особенный бонус, плюс... Да, если вы позвоните прямо сейчас, назовете кодовое слово «Страна FM», мы гарантируем, что вы получите дополнительную скидку на выбранную вами квартиру. Что, в общем, конечно, тоже для каждой семьи имеет огромнейшее значение. Друзья, прерываемся совсем ненадолго. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа «Лучшая в стране» в эфире телерадиоканала «Страна FM». Мы продолжаем говорить с представителями одной из лучших строительных компаний в нашей стране, ФСК «Лидер». Говорим про жилой комплекс «Аб-квартал Новая Тушина». У нас в гостях Олег Сакадин, руководитель как раз проекта, и Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Мне очень нравится ваш лозунг, как правильно назвать, даже не знаю это сочетание. В общем, те слова, которые вы выбрали для себя важными и главными в «Аб-квартале Тушина», «Новая Тушина» — «Возрождение семейных традиций». Друзья, это замечательно. Но здесь я должна еще вот что заметить, что у нас огромное количество семей, которые считают полноправными членами своей семьи, это животные, собачки, те же самые, с которыми нужно гулять. Вот здесь вот чем-то нас удивит «Аб-квартал Новая Тушина». Есть вам что ответить? Мы обязательно вас удивим. Знаете, помимо того, что мы уже затрагивали, у нас есть сервис «Аб-365», который действительно может помочь вам и выгулить, да, и, соответственно, если какие-то... Помочь совсем. Да, да, вот, Паша, расскажи, какие замечательные у нас есть, да. Конечно же, у нас очень много приятных вещей в наших аб-кварталах, да, которых нету в их постройках. Ну, конечно же, зоны, да, специальные зоны для прогулки с животными, зоны специально отделены от... общего пользования. Сейчас, конечно же, вот без этого вообще нельзя обходиться. Спокойно можно выйти, даже отпустить свое домашнее животное, пускай бегает, да, спокойно. А, у нас очень интересные сами корпуса, сами дома. У них много всего интересного. Вот, например, первые этажи, да, они организованы с большими холлами и множеством интересных помещений, да. Это в том числе и парикмахерские для собак, для помывки. Парикмахерские для собак обязательно существуют, но фишка, да, нашего микрорайона, это, ну, во-первых, у нас есть... специальные зоны помывочные для домашних животных. Ну вот. Когда человек возвращается с прогулки, через не отдельный вход... все это в дом походит, свой красивый, уютный. Да, и можно зайти, сразу помыть лапы домашним животным, подниматься дальше. Ну, конечно, не только для животных там все организовано. У нас замечательное окружение рядом, да, и много велосипедистов. Люди очень любят заниматься спортом. И есть специальные места для хранения велосипедов и колясок. Это общее пользование, постоянно закрыто, ключи находятся у нашей охраны, которая присутствует в каждом подъезде, да, вы спокойно можете оставить коляску, велосипед в полной безопасности и подняться к себе. Знаешь, у меня вот сразу такая яркая такая картина, воспоминания из детства. Я когда изначально услышал про то, что как можно помыть... Как ты нес велосипед? Да, нет, велосипед это я сейчас ношу, да, летом. Ну и в детстве у нас не было 20-х этажей, как помните, да? У меня просто была собака довольно большая, ротвейлер, в детстве. Я вспоминаю, когда ее заводишь домой после прогулки, ванна же она не сразу от входной двери, правильно? Она бежит через коридор. Соответственно, это осень. Это она в парке погуляла. Она прыгает в ванну. Ты помыл ее, ты... отмываешь потом всю ванну, ты отмываешь коридор. Поэтому это действительно, это, ну, вот, те, кто, может быть, это еще не переживал и готовится ко всему этому, мы говорим, что «Аб-квартал Новой Тушины» — это лучше в этом плане, что может вам помочь. По поводу велосипеда, опять же, вот у меня воспоминания уже сейчас, потому что у меня он на балконе находится, и когда я его выношу через кухню, через коридор, стараясь не зацепить задним колесом за обои, чтобы потом от жены, не выслушать, я действительно, вот эти большие и зоны для хранения, это очень сильно помогает нашему быту.
зачем-то. Ну, в общем, это абсолютно точно. Тем более, что сейчас огромное количество увлеченных людей спортом, и то, что у вас есть и спортивные площадки, и велодорожки, и место, где еще все это, свое транспортное средство можно спокойно совершенно оставить, да, это, конечно, безусловно, такие большие очень плюсы. Друзья, обквартал «Новые туши» на «Атофаскаледер» мы еще обязательно продолжим говорить, но вы, пожалуйста, тоже пользуйтесь моментом, сейчас у вас есть будет возможность получить скидки. Подробнее Олег скажет. Я пока скажу вот такую необходимую информацию, что застройщик «Союз Агро». Проектная декларация на союзагро.рф. Акция проводится с 14 ноября по 15 ноября 2017 года. Не опоздайте. Получить всю информацию об организации акции, правилах ее проведения. В общем, все-все-все подробности нужно и можно по телефону. 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Друзья, звоните прямо сейчас, называйте кодовое слово «Страна FM» и гарантированно получите дополнительную скидку. Мы гарантируем вам, что вернемся очень скоро в эфир, прервемся совсем ненадолго. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». И мы сегодня говорим, как уже теперь точно убедились, об одном из лучших жилых комплексов «Обквартале Новой Туши» на «Атофаскаледер». Друзья, у меня в гостях Олег Сакадин, руководитель проекта «Обквартал Новая Тушина», и Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Мы уже достаточно много узнали об этом замечательном, очень уютном квартале, который взял на себя такую важную миссию, мне кажется, возродить семейные традиции. И сейчас, конечно, я думаю, многим интересно будет узнать об особенностях инфраструктуры как внутри комплекса, так и, конечно, любопытно узнать, что там поблизости можно для себя хорошего найти. Кто будет отвечать? Павел, прошу. Давайте я немножко расскажу. Действительно, очень немаловажно для всех новостроек это местоположение и окружение комплекса. Ну, как мы уже говорили, наш комплекс практически готов, да, это очень большой плюс для него, но вокруг нашего комплекса еще лучше. Там уже много инфраструктуры, там есть развлекательные центры, там есть бизнес-центры, есть замечательный комплекс, там вейп-парк, где находится кинотеатр, боулинг. Причем это шаговая доступность, то есть достаточно можно вечером там взять ребенка, пойти посмотреть какой-нибудь фильм. Это реально здорово. Поиграть, сходить в кафе, все это рядом. Да, ну, без этого уже без не этого уже не представляют жизнь, жизни. Да. И большинство новостроек, которые предлагаются, конечно, это новостройки, откуда надо на чем-то выезжать. Это точно. То есть да. Нельзя просто в комплексе, да, как бы себя не позиционировалось, нельзя просто взять куда-то пойти. Ну да, можно где-то прогуляться, но все-таки мы живем такой в мегаполисе. Вот хороший, его живем в мегаполисе, да, далеко. И хотелось бы больше так, живого в округе и возможностей пользоваться всеми благами того, где мы проживаем. Ну, конечно, людей, которых, ну, которым не интересно, да, такое, то мы и в своем комплексе предлагаем максимально. Которые очень устают за неделю. Очень сказать, устают, да, которые не хотят просто идти, не хотят выходить за пределы. Достаточно всего лишь спуститься в двор дома и отдохнуть там, поиграть с ребенком в футбол. Для этого шикарные детские площадки, причем площадки мы покрываем. Отлично, футболисты нам очень нужны хорошие. Да, 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 да. Здесь мы правы. Чемпионат мира на носу, да? Конечно. Скоро, уже совсем скоро. Вот, где прекрасные покрытия, у нас финские покрытия на детских площадках, они против травмоопасные, это совсем новые технологии, это здорово, мало кто этим пользуется. Мы очень много вкладываем именно в устройство дворовых территорий. Это шикарные используются игровые площадки, да. Это тренажеры, кстати, очень сейчас популярно, да, для многих, кто не ходит в фитнес-клубы. Действительно, можно часто видеть, люди спускаются, занимаются на улице. Да, кстати, это касается как и взрослых людей, так и молодежи. Молодежь даже очень многие сейчас вот прям компаниями для них это становится таким действительно увлечением. В этом уже есть свое направление. Да, я пойти даже, наверное, не буду говорить, я просто не знаю название этого направления, но оно существует. Воркаут. Это вот они на улице сейчас да, любят людей, собираться, которые занимаются на улице. Прям никуда не уходить, да. Вот у меня братишка, я родной, он очень любит такие вещи с друзьями проворачивать. Ну так что там есть, скажите, для всех ли групп мышц у вас есть тренажеры? Естественно, причем на каждом тренажерах написано, как ими пользоваться, чтобы даже начинающие. Спасибо. Чтобы даже начинающие люди могли. Это мы когда, да,
В детстве, помните, там на деревьях что-то пытались слепить, да, на гараже залезали, чтобы как-то там, я не знаю. Сейчас все это готово. В общем, это еще, конечно, экономия на абонементе в фитнес-клуб. Да, раз мы говорим о семье, то экономия семейного бюджета. В итоге семейного бюджета. Это немаловажно. Семейные тренировки, действительно, все вместе. Какой фитнес-клуб себе можно позволить? Опять же, можно всей семьей пойти. И, например, в фитнес-клуб туда не пойдешь, не возьмешь с собой ребенка здесь. Вышел, спокойно с ним понимаешь. Ну, все, про что вы рассказываете сейчас, я так понимаю, оно уже, естественно, раз там живут люди, да, функционируют абсолютно. И, условно, уже приехав, привезя там чемоданы, уже ты в этот же момент можешь отложить разборку вещей на потом, а с первым делом пойти позаниматься спортом. Причем хочется добавить, что наша компания, да, она никогда не забывает о своих жильцах, и мы проводим специально, то есть, ну, может быть, кому-то неловко выходить там, специально компания организует и катание на коньках общие, да, и проведение каких-то праздников. В прошлом году мы даже приглашали, ну, вот, зимой, приглашали специальных фигуристов, которые обучали бесплатно, мастер-классы давали, да, для жителей микрорайонов, да. Это очень круто. То есть организовывают какие-то специальные группы, да, всех записывают. И... Просто люди спускаются, объявляются и весело проводится время. Это общение с социумом, конечно, это еще раз к теме возрождения семейных традиций. И прежде всего транспортная доступность нашего микрорайона, она позволяет экономить самый важный ресурс на сегодняшний день — это время, да? Потому что действительно мы живем в такое время, когда родители, зачастую и мама, и папа, они вынуждены работать, они вынуждены очень много времени проводить, в общем-то, не с детьми, поэтому мы на это тоже акцентируем внимание, мы хотим, чтобы люди у нас по большую часть времени проводили с семьей, и поэтому на выходных, да, также не это не надо на было дорогу, опять, много времени действительно ездить куда-то, можно с семьей и внутри, чтобы и детям было достаточно внимания, и чтобы уже поколение у нас росло действительно. То есть мне это очень все нравится, это очень интересно, и мне кажется, что это могло быть просто одним из самых лучших наших подарков для семьи, если, конечно, у кого-то есть такая возможность, подумать, что лучше подарка, чем новый там дом, прекрасная квартира, шикарный, да, жилой комплекс «Аквартал Новая Тушина». И, судя, конечно, по вашим рассказам, мы уже можем предположить смело из-за вывода, что новогодних мероприятий там тоже будет предостаточно. Обязательно. Вот эти вот массовые семейные истории веселые тоже. Все секреты раскрывать не будем, но, поверьте, будет грандиозно. И вы имеете возможность присоединиться к этому, да? Друзья, но все секреты... присоединиться со скидкой. Все секреты, которые вы не услышали сегодня в эфире, вам могут рассказать, конечно, менеджеры компании, которым вам нужно будет позвонить. Застройщик «Союзагро», проектная декларация на союзагро.рф. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Так вот, вся подробнейшая информация об акции, о сроках ее проведения и вообще любой интересующий вас вопрос вы вправе, конечно, задать менеджерам компании «Фаскалядер». Телефон 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Друзья, звоните прямо сейчас, называйте кодовое слово «Страна FM» и гарантированно получаете дополнительную скидку. Ну, прямо сейчас мы прервемся ненадолго, и у меня, конечно, есть еще вопросы нашим гостям. Лучшее в стране. Продолжается программа. Мы продолжаем с вами, друзья, слушать очень много интересной информации про жилой комплекс «Апквартал Новая Тушина» от компании «Фаскалидер», про апквартал, который возрождает семейные традиции. У нас в гостях Олег Сакадин, руководитель проекта «Апквартал Новая Тушина», Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Сейчас, конечно, очень всем интересно, я думаю, будет узнать о планировках квартир. Какие вы варианты можете предложить для молодых семей, пар, может быть, даже для холостяков. Ну и, конечно, для семей, у которых уже детишек, слава богу, много. Да, это на самом деле очень интересно. Ну, как мы уже говорили, у нас монолитное строительство домов, что позволяет нам предложить практически на любой вкус и планировки, и вариации, и возможности их изменения. У нас даже, ну, к примеру, там вариации однокомнатных квартир, там больше 15 вариантов. То есть, когда ты выбираешь, ты хочешь больше кухню, бери кухню, хочешь себе там огромный зал, пожалуйста, то есть выбирай. Вы вообще предусмотрели даже маломальские какие-то капризы. Да, вот на любой вкус, да, если ты один и тебе не нужно, ну, бери студийный вариант, делай здоровское зонирование. Причем хочется сказать, что студии наши, они во многом отличаются от рынка, который сейчас идет. У нас студии, где зонирование двух окон. В основном сейчас застройщик предлагает что-то в районе там одно окно и какое-то помещение, да. Здесь мы предлагаем вам
вариаций, там хорошее освещение, да, и возможность деления этих зон. Даже вот, если да. человек там. Ну, сейчас очень модно на самом деле делать зону кухни, там, делить барной стойкой. Все друзья приехали, собрались, посидели, да, и отдельная зона для отдыха. Ну и, конечно же, те люди, которые ограничены во времени, да, и не хотят, ну, может быть, просто нет возможности, может, просто в себя не верят и не готовы там сами что-то планировать, наша компания готова предложить уже готовые варианты, вплоть до... Под ключ, да, ты заехал и проживаешь, ну, я думаю, Олег, да, действительно, расскажет речь немного. Речь не только о ремонте, да, речь здесь идет? И о ремонте в том числе, и в дальнейшем то, что мы действительно придумали, и сейчас на рынке расскажу. Один момент хотел дополнить, то, что наши крупногабаритные квартиры уже для семей, для больших, да, двух- и трехкомнатных, они уже имеют практически все по два санузла и два балкона. Причем два больших, хороших и просторных Какие балкона. Молодцы вы, из которых можно и объединить их, можно отдельный кабинет сделать папе, да, если там очень... Санузлом. Отдельно для папы. Не, но есть и такие варианты, где окно прям в санузле, это дома, если на торцевую часть, там есть такие варианты. Это, кстати, очень модно вот, сейчас. Да. Модно, действительно. По поводу вариантов с отделкой, плюсы то, что вы действительно можете в ипотеку приобрести вариант с отделкой и не тратить время на ремонт, который по разным временным рамкам занимает от 2 месяцев и больше, в зависимости от площади квартиры. Мы не просто предлагаем вариант с отделкой, мы предлагаем на выбор 4 варианта с отделкой. Который у нас распределяется как арт-деко, авангард, классика и модерн. Все варианты, они под ключ действительно, то есть все, и ламинат, обои, сантехника, все установлено. Единственное, только кухню поставить. Вот. Варианты различаются тонально. Ну, потому что как глаз кого привык радовать, да, кто-то больше любит классику, кто-то больше любит авангард и так далее. Вот. И инновационный момент, который мы ввели буквально недавно, это то, что сейчас вы можете приобрести квартиру дополнительно и с мебелью полностью. То есть все, вы зашли, и уже вам ничего не надо, ну, может быть, только холодильник купить, там максимум стиральную машину поставить. Причем, если у вас есть предпочтение, то, что ваша любимая супруга хочет именно такую кухню, которую, допустим, у нас нет, мы можем полностью обставить вам квартиру без кухни. Или, допустим, без гостиной, если у вас какие-то фамильные старые гарнитуры, которые вы хотите перевести уже в новую квартиру, это есть на выбор. Как полностью, так и частично мы можем квартиру меблировать. Плюс в том, что если вы приобретаете через, используя ипотечный кредит, вы не берете дополнительно потребительский кредит с повышенными ставками на мебель или за ремонт, а все это идет вот у вас внутри как раз одного этого договора. Боятся, ну, конечно, действительно, что потому мебель что будет дороже гораздо. Вот, плюс за счет того, что у нас оптовые закупки и в плане отделки квартиры, в плане мебели, зачастую у нас даже экономнее. Вот если взять ремонт, то ремонт у нас обходится в среднем от 12 до 15 тысяч рублей за квадратный метр, при том, что это монолитное строительство. Те, кто занимается ремонтом, знают, что это действительно очень, очень выгодно и очень недорого. Опять же, за счет того, что мы крупными оптовыми партиями закупаем материалы, у нас есть вариант экономить на этом. Плюс еще очень большое преимущество, то, что квартиры с отделкой у нас находятся посекционно, то есть это конкретные подъезды. Внутри дома это примерно 2, там 3 максимум подъезда. Да? Это говорит о том, что если вы приобрели квартиру с отделкой, вы уже в ближайшее время не будете слышать ни ремонт соседей, то есть вы уже живете в жилом доме. Действительно, вы живете внутри жилого дома. Поэтому для тех, у кого есть предпочтение по отделке, мы сделали разные варианты отделок, чтобы и вам было проще выбрать. И все эти варианты представлены у нас прямо в шоуруме, прямо в нашем офисе продаж, который можно посмотреть. Но мне кажется, что это действительно такой ноу-хау, это очень удобно, потому как вы даже в этом продолжаете возрождать семейные традиции, потому что людям... Мы это любим. Да, не надо маме, папе отдельно мотаться, там, искать, заказывать, тратить время. Все, приобрели. Все в семье. Въехали да, уже семьей, я сам недавно семьей, закончил семьей, ремонт, семьей. Я понимаю, что это такое. Сколько лет? Больше я не хочу. Я действительно хочу только квартиру с отделкой купить, друзья, ну и здорово,
конечно, что у нас с вами есть прекрасная возможность, во-первых, получить более развернутую информацию по жилому комплексу «Апквартал Новая Тушина» от ФСК «Лидер». Но еще и специальные есть акции, бонусы. Подробнее сейчас вам я начну рассказывать, расскажет далее Олег. Застройщик «Союз Агро», проектная декларация на союзагро.рф. Акция проводится с 14 ноября по 15 декабря 2017 года. Вся подробнейшая информация о сроках, о подробностях акции, об условиях проведения по телефону 125-4878, код 495. 125-4878, код 495. Друзья, звоните прямо сейчас, называйте кодовое слово «Страна FM» и гарантированно получаете дополнительную скидку. Так, ну и сейчас мы прерываемся, а также совсем ненадолго, после чего мы еще пообщаемся с нашими гостями. Никуда не девайтесь. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Программа продолжается, друзья. Мы по-прежнему с вами узнаем о замечательном жилом комплексе «Апквартал Новой Тушино» от компании «ФСК Лидер». Квартал, который возрождает семейные традиции. Очень многим удивили меня сегодня гости мои. Это Олег Сакадин, руководитель проекта «Апквартал Новой Тушино», Павел Николаев, персональный менеджер по продажам. Вопрос, который, мне кажется, на сегодняшний день, конечно, волнует всех и каждого. Самое главное узнать, что с ценами в «Апквартале Новая Тушина», потому что то, что мы услышали от вас, конечно, создает впечатление, что там что-то такое с огромным количеством нулей, космическое, зашкаливающее, то, что ты себе никогда в жизни не сможешь позволить. Вы знаете, это особая гордость для нас, это наши цены. Да, квартиры в готовых домах, готовые к въезду, получению ключей, от 3 400 000 рублей. Так. И это действительно очень интересно. Очень интересное предложение на рынке. Здесь в округе просто таких предложений нет. С такими готовые, домами, да, то есть, понимать, с такой инфраструктурой, и вы получаете квартиру, вы въезжаете, Новый год отмечаете у себя в квартире. Ой, да. Причем этот Новый год уже отмечает весь ваш дом, потому что это готовый дом, да? Вот то, что можем предложить. Причем у нас очень много разнообразных программ, если вас интересует ипотечное кредитование. У нас есть даже программы и без первоначального взноса, программы с минимальным первоначальным взносом. Одни из самых низких ставок, это вот 7,4%, которые можем сегодня предложить вам по ипотеке. Также, вы знаете, у нас очень разнообразный комплекс услуг под каждую ситуацию клиента, то есть продаете квартиру, поможем продать и забронировать на время продажи. Да, там, совсем действительно очень много инструментов у нас для того, чтобы никакая причина не помешала вам купить квартиру в таком комплексе мечты. Ну и чтобы, каждый из нас не тратил огромное количество своего личного времени на это. Да, это очень удобно, когда есть люди, которым можно поручить, и ты знаешь, что это все выполнят. Очень круто. Так, друзья, ну и давайте расскажем еще, конечно, о транспорте. Что же мы в итоге получаем, заселившись в наш «Апквартал»? Ну, во-первых, как мы говорили, это сам «Апквартал», это прекрасное место, это идеальные бары, да, это замечательные детские площадки, это отличная инфраструктура. Ну и для многих, для очень многих самое важное — это транспортная доступность. Вот об этом хочется поговорить, да, по расположению есть, и транспортной доступности. Люди, которые передвигаются в основном на машинах, очень большой плюс нашего «Апквартала», именно, да, такого, он единственный в своем роде, этот «Апквартал», Новая Тушина, есть свой выезд на МКАД, свой личный выезд. Это очень удобно. МКАД — это та дорога, которая точно постоянно двигается. Да. Сейчас, система, очень сложно выехать по вылетным магистралям, заехать в Москву, потому что, как правило, люди теряют до часа времени. Сам лично там катаюсь, к сожалению, не проживаю в «Апквартале» пока что. Все впереди. Вот. И приходится затрачивать действительно очень много времени на это. МКАД — это дорога, которая постоянно едет. Ну, конечно, не все разделяют удовольствие езды на автомобилях. Кто-то предпочитает общественный транспорт. Здесь еще лучше. Здесь расположение дает возможность двигаться в нескольких направлениях, выбирать это несколько веток метро. Это синяя ветка, это Митино метро, это метро Сходнинская, это речной вокзал, есть возможность доехать. И человек... Это расширяет действительно вот диапазон людей, которые готовы там купить, потому что многие привязываются к работе, многие к проживанию друзей, родителей, родственников.
здесь мы охватываем практически там треть Москвы. Да. Расширяет выбор работодателей в том числе. Это возможность доезжать, конечно. Так, ну я так понимаю, что шоурум, конечно, расположен там же, да, как раз? Естественно, естественно. Все узнать можно на каком сайте, где подробности мы ищем? У нас есть наш сайт fsklider.ru, есть сайт проекта непосредственно новаятушина.ру, где вся информация есть. А шоурум у нас представлен прямо в офисе продаж. У нас замечательный, просторный трехэтажный офис продаж, где вас всегда с улыбкой встретят, замечательный кофе предложат, дадут на всю информацию. Да, кстати, да, спасибо вам за такой прием теплый. Мы прям... Да, у нас очень мало времени, 20 секундочек буквально, друзья. 125-48-78, код 495. Звоните, называйте кодовое слово «страна.фм», получайте особые условия, да, скидки, самые крутые, жилой комплекс, апквартал Тушино, компания ФСК «Лидер». Друзья, по-моему, действительно один из самых лучших в нашей стране. Безусловно. Апквартал. Вы в этом нас сегодня убедили. Мы в этом уверены. Я завидую тем, кто там будет жить. Спасибо! Спасибо всем.